невозможное, Танечка. Ну что, речь подготовила? Вот сюда вот, на барьер. Ну потому что поближе к камере, иначе ничего не запишется. Мама у тебя суфлером будет, ее в кадре не видно, поэтому это самое. Мама тебе будет сурдопереводом. Ты смотри на маму и говори. Понял? Нет, смотреть не надо. Суфлером, смотри в камеру. Ну все, у меня все готово, давай. Три, два, один. О, поехали. Привет передать там. Всем передаю привет. Туда-сюда, да? Дважды. Тоже глупо. Не, почему глупо? Буду нет, смотреть. Скажи, что тебе трудно? Скажи, я всех люблю. Воздушный поцелуй. Давай, припить. Мама, вот так вот всем. Давай. Передаю всем вот цветы с горы Хофта. Вот скажи, вот так вот. Слезу, слезу можно пустить в кадре. Вереск. Это вереск. Скажи, передаю вам всем вересковую веточку. Вот такую красивую. Запах обалденный. Скажи, пахнет вереском. Еще раз подними. Держи. Хорошо. Всем вот такую вот веточку вереска. С Ирландской горы, который находится в Хофте. Ир, ты покажи, что надо сказать. Вот встань и сделай, как это надо. Пускай получится. Ну что это? Понимаешь, Олег, как это учиться? Взяла себе... Немножечко будет полегче. Вот, здесь очень красиво. Вот, здесь гора, она просто, она не очень высокая, но видно, как там еще не было.
остановитесь чуть-чуть. Немножко выкормить, пожалуйста. Интервью скажи им. Пусть. Я здесь просто. Ну, давай, говори. Ты такой же, как Даша. Говори. Что сказал? А что? Чистый. Морской. И верит. Ведь натурный. Вереск пахнет, да? Да. Вереск слышит. Ну, мы рады, что... Скажи, что ты рад, что Даша съездила. Да, я рад, что Даша съездила в Москву. Я рад, что приехала из Москвы. Потому что пока еще не осталось. Да. Всем. Спасибо всем за прием. Да. За то, что... За поддержку. Динке персональное спасибо за то, что проявил заботу, вот, опеку над младшими. И как говорится, смотрел за ними. Отработаем. Спасибо всем. Да. Спасибо, Оля, тебе, что ты съездила с ней в Москву хоть немножко, но показала. Надежде Алексеевне спасибо. Всем бабушкам. Бабушкам, дедушке, всем. Славе спасибо, что проводил всем Пашку, короче, всем спасибо большое, Нине Алексеевне за все. Василий Вячеслав Павлович, всем. Вот, мы рады, что Дашке понравилось, потому что была такая опасность, и мы сомнения, что закрадывались, что как бы тяжело ей там будет, и вообще, ну, все хорошо, она поняла, что, оказывается, что ее ждут. У нее есть родственники. Да. Приехала и сказала сразу, как хорошо, когда есть большая семья. Как хорошо иметь большую семью. Вот. Здесь мы немножечко этого лишены. Здесь вас нет рядом. Еще сказала, как упоительны в России вчера.